стало известно о продлении ареста еще 5 подозреваемых по теракту в Крокус-Сити-Холле. О них ранее не сообщалось в средствах массовой информации. Стало известно, что часть из них была задержана во время контртеррористической операции в Дагестане. Среди задержанных уроженцы Центральной Азии, как и другие подозреваемые по теракту в Крокус-Сити-Холле. О том, как появляются в этом деле новые фигуранты, как сидят уже задержанные, подозреваемые в этом теракте, поговорим с правозащитницей Ольгой Романовой. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Я начать хотел с вопроса. Вот сегодня нам сказали, что еще 5 человек подозреваются в этом теракте. Раньше была тишина, хотя еще пару месяцев назад казалось, что это самое громкое дело, какое только можно представить. Все только его обсуждали. Сейчас тишина взята, никто ничего не пишет, ничего не говорит про это. На ваш взгляд, с чем это связано? Почему история с терактом Крокус-Сити-Холла отошла на какой-то второй план из средств массовой информации, из федеральных каналов в частности? Ну, знаете, мне кажется, что это временно вернется, поскольку аресту этих 5 предшествовала очень интересная тюремная история. Mm-hmm. Я бы даже сказала так, имени Ильи Яшина, такой вот идет, то есть Ильи уже нет в Смоленской области, а это началось в Смоленской области, история продолжается. Там в одной из зон Смоленской области несколько недель назад случилось очень странное событие. Порядка 60 выходцев из Дагестана посадили так или иначе в какие-то, ну, такие сложные условия содержания. Кого-то в ШИЗО, кого-то в ПКТ, кого куда. И, в общем, со страшной силой мучили. И дагестанцы обратились к правозащитникам. Но я говорю «дагестанцы». Хотя на самом деле мы знаем, что такого нет, да, есть, не знаю, есть лезгины, есть лакцы, есть таты, то есть, ну, 120 национальностей в Дагестане, и вот они где-то сидели достаточно компактно, и их мучили после того, как обратились к правозащитникам, и история вышла в разных медиа, например, сколько я знаю, на радио «Свобода», «Кавказ Реалии», была проверка, приехал глава ОНК и сказал, что все в порядке, есть только один задержанный, который отказался от своих слов, и, в общем, все такое. И вообще столько дагестанцев не существует в природе, что, конечно, не так, потому что дагестанцев вообще не существует в природе, существует еще раз очень много других национальностей, которые живут в Дагестане. И сразу после этого вдруг нарисовался дагестанский след в деле Крокус-Сити-Холла. Я напомню, что это основная сейчас функция Федеральной службы исполнения наказаний. Выбивание показаний, собственно. Явки с повинной и вот это вот все. Значит, главная служба ВАФСИН, и это невозможно перевести ни на один язык мира, потому что все страшно удивляются. Главная служба ВАФСИН – это оперативно-розыскная служба. Всегда первый зам любого директора – это зам по БОР, по безопасности и оперативной работе. Казалось бы, зачем люди, которые прошли уже следствие, прошли уже судебное следствие, уже огласили приговор, вот они в тюрьме, вот они в зоне. Вот зачем там главная служба оперская? А вот за этим. А вот за этим нашли какие-то слабые места, каких-то людей, которых могли каким-то образом состыковать, и я уверена, что сейчас все показания уже лежат в папочке. И все это пошло из Смоленска. Там нашли самое большое компактное, я бы сказала так, население зоны, где больше всего выходцев из Дагестана, и устроили это дело. И вот, пожалуйста, вот результат. Ольга, мы видели довольно брутальные, если не сказать какие-то бесчеловечные кадры, когда задерживали этих самых подозреваемых в теракте, и отрезание уха, и пытки с током. Это мы видели на этапе задержания. Когда они оказываются в российских... Сейчас я так понимаю, что не в СИЗО пока идет следствие. Пока они в СИЗО, как с ними обращаются? Как вообще по вашему опыту, по практике того, что вам сообщают источники, вот с теми, кто подозревается в терактах, в столь громких историях, как они сидят? Ну, дело не в том, в чем ты подозреваешься, потому что мы с вами видели прекрасно СИЗО-1 Ростова, где взяли заложников в начале лета, что там обвиняемые в совершении терактов члены, собственно, ИГИЛ прекрасно себя чувствовали, замечательно. У них были мобильные телефоны, у них были
острые колющие предметы, и все на свете было. И в любой СИЗО, по любой статье, от педофилии там до каннибализма можно пронести все, что угодно. Дело не в статье, а дело в компанейщине. Вот сейчас идет большая кампания вообще против мусульман. Террористы, не террорист, осужден ты, не осужден ты, мирный дикханин или действительно экстремист. Очень важно, чтобы ты был мусульманином и как соблюдал религиозные какие-то свои обряды, самые на самом деле невинные. И этого достаточно для того, чтобы тебя мочили. Но это, собственно, повелось с грузинской кампанией, с агрессией России в Грузию, тогда были главными на зонах грузинские воры в законе, ну, потому что Саакашвили их выгнал, они приехали в Россию, потому что русскоязычная страна, а началась борьба с грузинами, смотрящими воронье в законе. Побороли грузин, их место заняли радикальные исламисты, которые создали там году в 10-м, в 11-м джемааты, настоящие тюремные джемааты. Они были в России совсем недавно. Начали бороться году в, наверное, 20-м, 21-м, долго до войны. И начали бороться известным всем способом. Не давать молиться. Не давать молиться, не давать передавать Кораны всем подряд. Вот мы и так боремся с джематами. Об этом писал еще Алексей Навальный, когда он писал, что вот невозможно передать Коран. Вообще изымают любую самую мирную религиозную литературу. И вот та же зона в Суровикино, 19-е, где вспыхнул вот недавно бунт с захватом заложников, я посмотрела, там последний раз мулла в этой зоне был в 2017 году, а мусульман там сидит много. Ну вот, пожалуйста, забота о единоверцах. Нельзя. Ну и Рамзан Кадыров вместе с Адамом Кадыровым обращает внимание только на Никиту Журавеля, сидящим в СИЗО там, а то, что в Синчике отнимают все, не дают молиться. Совсем недавно, в феврале этого года, нашли в Иркутском СИЗО повешенным узбека. Он был гражданин Российской Федерации, причем довольно давно, то есть не с рождения. И он был повешен, Тахиржон Бакиев его звали. Там можно погуглить, совершенно страшная история. Его в колонии под Иркутском запрещали то же самое молиться. И под руководством двух оперов, четверо заключенных его и изнасиловали, и сломали позвоночник, и так далее, и так далее. И он давал показания в суде, против них. Ему оставалось сидеть полгода, и он говорил с собственным адвокатом, правозащитником, что он не собирается накладывать на себя руки, он собирается сделать так, чтобы его обидчики сели. Ну вот не дождался этого, сам повесился, он был единственным и потерпевшим, единственным свидетелем и, собственно, обвинителем по этому делу. Собственно, дело погибло Ольга, из-за этого. Да? это ужас. Я хотел немного вернуться просто к теме, связанной с терактом в Крокус-Сити-Холле. Мы не увидели никаких громких отставок и последствий для силовиков, которые сделали, допустили вообще оплошности и проворонили этот теракт. А может быть, на каком-то низовом уровне были чистки, отставки? Может быть, вам что-то известно о том, как в конечном итоге, кого сделали виновным, кроме тех, кого задержали и показали на камеры? Кто понес ответственность с той стороны, со стороны силовиков российских за тот теракт? Нет, никто не понес, но, по крайней мере, после захвата заложников в Ростове, а потом в Суровикино, после нескольких смертей в СИЗО России, это и Павел Кушнир, и Ставропольский байкер, и украинский азовец тоже в Ростове, генпрокуратура вынесла представление, ну, то есть это выговор, директору Федеральной службы исполнения наказаний Гостеву. Знаете, за что? За то, что в колониях Чувашии недостаточно огнетушителей. Это все. Видимо, да. Самое страшное зло, которое они нашли в действиях ФСИН, это нехватка огнетушителей. Спасибо вам большое, что эти темы поднимаете, освещаете. Ольга Романова, правозащитница, была у нас в гостях. Мы, друзья, на нашем канале будем в дальнейшем освещать и давать слово людям, которые рассказывают об этих страшных проблемах, которые происходят в России, в российских тюрьмах, о действиях ФСИНовцев, о действиях силовиков. Об этом важно знать. Из этого сегодняшняя Россия и состоит в том числе. Меня зовут Руслан Шевединов. Это канал «Популярная политика». Спасибо, что смотрите и поддерживаете нас. Поставьте лайк, напишите свой комментарий. До новых встреч. Пока.